показывает Blood Pictures. Беспредел. В главной роли К. Мясник беспределец. Габи Безнер, Вольфганг Хинц, Фолькер Мехтер, Кристиан Биалас, оператор-постановщик Стив Эй, эффекты Андреаса Шнаса, продюсеры фильма «Беспредельцы». Режиссер Андреас Шнас. Вот ты где. Где тебя черти носили? Я играл в лицо. Ладно, заходи сейчас же. Лет спустя.
Балбес, это из-за тебя мы здесь болтаемся. Дегенерат чертов, подожди, ты свое еще получишь. И не дотрагивайся до меня. Прекрати сейчас же. Заткнись, говнюк. Теперь нам нужно работать в две смены, чтобы отвозить этих дегенератов в их клетки. Да, пустая трата времени. Останови машину, мне надо отлить. Тебе сейчас мозги вышибу, балбес. Нет, нет, нет. Не с места, скотина, иначе я буду стрелять. Я сказал, стой на месте. Дашь о себе знать? Да, я тебе позвоню, пока. Thank you.
Возьми, а? Дьявол.
У тебя есть мелочь? Пошел ты, мать твою. Вот балбес пьяный, еле на ногах стоит. От него воняло, как от свиньи. Господи, я чувствую себя ужасно. Что происходит с людьми? Ну вот, теперь еще собака на дороге. Надо же, а? Надо уезжать отсюда. А это еще что такое? Пойду спрошу. Эй, вставай, бродяга. Вставай, давай. Вставай. Черт, одно дерьмо. Вот черт, а? Что я здесь делаю? Эта чертова работа меня достала.
Терпеть это не могу. К этого еще не хватало. Вольфганг, что такое? Бери эту чертову пилу и работай давай. Давай, пили, парень. Ты знаешь, что делать. Тебе это так же нравится, как и мне, так что давай, приступай. Хрен знает, что ты тоже хорош. Думаешь, мне приятно вкалывать рано утром? Хватит причитать. Давай сюда, хренову пилу. Пошли они все, знаешь куда? Ты слышишь? Вольфганг, у тебя есть пиво в машине? Что? У тебя пиво есть в машине? Да, я захватил с собой пару банок, а что? Вот и хорошо. Я сейчас принесу, если тебе от этого будет лучше. Черт, это долбанная работа, чтоб ей пусто было. И погода еще хреновая. Может, выпьем пиво? Я с тобой, пошли отсюда. К черту эту дрянь. Я ухожу, пить хочется. Мне тоже. Присяду, отдохну немного. Хочешь отдохнуть? А что ты такого делал? А ты как думаешь? Бедному мальчику нужен отдых. Этот футбол еще вчера, как мы могли так сыграть? Обидно до соплей. Ну как сыграли, какой счет? 0-0. 0-0. Смеешься. Я не знал, что ты любишь футбол. Мне вообще-то плевать на него. Но главное, что пиво льется. Кому какое дело? Ну, ты скажешь. Главное, что ты заслужил свой отдых. Конечно, почему бы не присесть и не отдохнуть немного? Привыкай к холодной земле. Ты газету утром читал, я не умею читать. Это ты зря, много чего потерял. Какой-то псих-извращенец сбежал из психушки, отрезал мужику член и съел его. Вот сукин сын, невероятно. Обалдеть. Какой-то больной мудила бродит по лесу, а мы здесь должны вкалывать? Может быть, он зайдет в гости и отрежет мне член, ну да. Еще чего, как же? Кто его знает, правда это или нет? Газеты любят писать разную херню про убийц. Я бы им дал по мозгам как следует. Херня. Все, хватит, я ухожу отсюда.
Я пойду отойду, схожу отлить, хорошо? Только поскорее. Мне еще надо какашку метнуть, так что пойду домой. Вольфган, красотища какая. Вольфган, ты чего орешь там? Нет, нет. Thank you.
Там и сиди. Мой маленький мальчик. Ну, как у тебя дела? Мы давно уже не видели друг друга. Разве ты не рад снова увидеть меня здесь, в погребе, нет? Я вижу, как твоя мамаша ходит по лестнице вверх и вниз и виляет своей задницей. Как ей хочется, чтобы ее трахнули на кухонном столе. Мальчик мой, разве ты не хочешь опять подсмотреть за ней, мой маленький извращенец? Мой маленький, маленький мальчик, ты знаешь, что ты хочешь сделать. Все эти годы ты был моим, а не ее сыном. Ты знаешь, что я хочу? Я хочу, чтобы она умерла. Она будет моей. Уничтожь ее тело, уничтожь ее душу, и я почувствую этот запах отсюда. Куда вы направляетесь? А куда вам нужно? Вы проедете по Шнезингштрассе? Может быть. А вы можете взять меня с собой? Да, прекрасно. Очень благодарна за то, что вы взяли меня с собой.
Ты не боишься ехать в машине с незнакомцами? Да нет вообще-то. А почему я должна бояться? Что такого может случиться? Ну, конечно. Не понимаю, что это означает. Посмотришь. Остановите машину. Иначе я закричу. Мне это не нравится. Спасибо и на этом. Идиоты чертовы. Пошли, вы знаете куда? Вот сучка. Что с ней такого? О, дьявол, нет. Где я оказалась? Что мне теперь делать, а? Черт возьми. Вот один мужик заходит в пивную, он не может ничего сказать, он ничего не слышит и делает вот так показывает. Знаешь, что это значит? Нет. Одно пиво, темное или светлое, любое. А вот послушай. Я недавно устроился на новую работу, подхожу к секретарше и говорю: «Простите, можно я вас трахну?» А она отвечает: «Нет, у меня месячная». Тогда я говорю ей: «А можно тогда я вас трахну в попку?» Она мне: «Нет, у меня геморрой». И тогда я ей говорю: «Пожалуйста, даже не заикайтесь, что у вас болят зубы». Такая глупая шутка. Эй! Эй! Да, что такое? Да? Вы можете мне помочь? Я не знаю, куда я попал и как мне выбраться отсюда. Нет? Нет. Можете мне помочь? Тогда залезай в машину, можем хорошо провести время. Ну да, еще чего, размечтался. Да, оставь меня в покое. Вот, сучка. Помогите мне, черт возьми, а? Пошла отсюда. Вот дьявол. Ну ты кретин, что ты с ней сделал? Ты что, убил ее? Thank you.
Thank you.
Представь себе, что мертвецы вылезают из могил и устраивают шабаш. Настоящий сатанинский шабаш. Здорово было бы, правда? Хватит тебе болтать о мертвецах и сатанинских шабашах. Мне интересно знать, куда запропастились ребята? Включу-ка я радио, пожалуй. Ужасная скука. Эта станция передает одно дерьмо, слушать невозможно. Открой лучший люк, хочу подышать свежим воздухом. Да, станет попрохладнее. Хорошо, я открою люк. Здесь не по себе. Господи Боже, чего они так долго? Куда они запропастились?